Я встаю. О, боже мой! Макра! Ты тут! Доброе утро, друзья! С вами Догмама Аня и много-много собак и других животных. Вот так вот мы просыпаемся на каникулах у бабушки. Ну что ж, поехали! Пойдемте умываться! Пошлите! Пойдемте! Наше утро начинается не с чистки зубов, а с проверки малышей Мэнни Пенни. Масики уже проснулись, да. Туса ждет. Щеночки наши Эвочки тоже живы-здоровы, проснулись уже. Да, Эвочка? Ведьма спит на кресле. Любезный, твой утренний мацион? Малыш Анатоль. Сара уже завтракает, в отличие от нас, да, Сар? Чейзик тоже уже умывается. Эйвен и Софи терпеливо ждут в кошачьем домике. Ну что, ребят, потерпите, я сейчас умоюсь. А Вуся самая старшая взрослая собака. Весь корги кардиган в этом доме. Я сейчас умоюсь, переоденусь, и мы пойдем гулять собачек. Все наши двуногие, кроме меня, сегодня уехали. Поэтому пока я чищу зубы, собаки терпеливо ждут. Любезный, спускайся! Ну что ж, я оделась, и мы отправляемся на улицу не только с Эйвеном и Софи, но и со всеми остальными. Ведьма и Эйвен остались вдвоем. Ползут на гору, а любезный уже там. Вторая тоже залезла на штуку. Сенбернар Варя. Красавица такая, огромная. Пойдемте сходим проверим Марту, охранницу животных. Часы не идут. Привет, наш австралийский хиллер Марта. Скоростная собака. Это я. Да, это я, привет. Маленький Чейз завтракает, а антибиотик где-то загулял. Антибиотик? Ты что делал там? Наша Людмила Алексеевна, бабушка, хозяйка вот этих трех йорков, Капы, Нюры и Умы. Не путайте ее с бабушкой Софией Эйвена, Наташей. А Блюз считается вашей кошкой? Она к вам только ходит, да? Конечно. А Эйвен и Софи очень быстро замерзают на улице и поскорее хотят домой. Конечно, скажи, мы же маленькие, мы не такие большие. Ну, а после мы все завтракаем. А если вы хотите увидеть, как проходит утро Эйвена и Софии и меня у нас дома, ставьте этому видео лайк. И не забудьте написать в комментариях, кто из местных собак или других животных вам нравится больше всего. Любите своих питомцев, и будет вам счастье. Конечно, они хотят увидеть наше утро, да, Эйвен? Да, Софи, да. Да, да, хотите же? Мы им покажем, как мы спим и чем мы там занимаемся. Да, да? Давай, сейчас покажи всем, Софи, как мы спим. Вот так мы спим. Софи, отлично, спи дальше, у тебя отлично получается. Так ты специально, Эйвен, чтобы я тебя не трогала, Софи, да? Как ты могла такое подумать? А теперь можно и кофе попить. И не забывайте подписываться на наш канал, если вам интересна жизнь с собаками, кошками и другими животными. И вообще интересна жизнь.